служили 25 ноября 2017 года. Аллилуйя. Чтобы наши сердца не были жертвенны Ему. Это не только мы сейчас говорим к тому, чтобы сейчас собрать финансы, потому что финансы надо, мы снимаем это здание, оплачиваем за тепло, за уют, за комфорт, за какие-то мероприятия, которые... Это на Божье дело идет. Но здесь Бог говорит всегда, чтобы наши сердца были жертвенны, чтобы мы всегда отдавали, знаете, не скрипя душой, не скрипя сердцем, отдать помочь именно в чем-то, да, временем своим, еще чем-то жертвенным, что Бог хочет, чтобы мы научились жертвовать. И знаете, самое сложное в этом, то, что когда мы жертвуем, мы всегда почему-то по-человечески ждем обратно чего-то. Мы сразу применяем другое место Писания и говорим, да, воздастся во сто крат. Но Бог нас призывает, чтобы мы давали, и мы даже не думали, мы не ждали ничего обратно. Просто вот как написано в другом местописании, да, чтобы одна рука правая, да, не знала, что делает левая, или левая не знает, что делает правая. Правая ложит, да, а левая даже не знает об этом. Ты просто это делаешь, потому что Бог так хочет. Это Его сердце, в этом есть Его воля. Поэтому мы сейчас... будем петь, во время пения у нас будет добровольное пожертвование, пускай Бог благословит от чистого сердца. Пускай это будут трубы, но от сердца. Или как Бог расположит.
Благослови вас, Господь. Давайте ставим номер 30, когда мы начнем.